Итак, господа, что скоро случится? Ну, наконец-таки, машины на наших авторынках будут дешевые. По одной простой причине, они все будут гнилыми. Да, да, представляете? Я раньше ездил за нормальными машинами далеко, чтобы что-то сделать. Сегодня и сейчас я возьму дешевые. Не буду покупать я наши дешевые магнитогорские машины. Почему я сейчас начал про это так говорить? Да очень просто. Сегодня, как-никак, 23 числа, в октябре месяце, был такой, скажем так, типа град. Сначала это была простая водичка, которая сыпалась, потом она в град переросла, ну и, естественно, все это дело немножко так льдом подхватило. А утречком я сказал, что же будем делать-то? И вот утречком я увидел, что делают наши дрэповские товарищи. Наши дрэповские товарищи посыпали все это дело солью. Но было клево. Представляете, я всю жизнь говорил и не хотел бы этого делать, чтобы наши дороги солили. А сегодня и сейчас это делается. Зачем? Мне в действительности непонятно. По одной простой причине. Я не хочу продавать и ездить на гнилых машинах. Я так понимаю, что никто из магнитогорцев этого делать не хочет. Каким макаром все это можно сделать? Ну, самый простой вариант и самый лучший вариант – это телевидение. Поверьте мне, все смотрят и все понимают. И чтобы вы поняли, куда и что далее делать. Дрэп располагается улицу Комсомольскую, знаете? Вот она прямо идет и туда и упирается. Да-да-да. Или по Сурикову можно проехать. И там вы напишите на своих плакатах или на стене. Ребят, мы не хотим, чтобы вы солили наши дороги. Нам ездить надо. Нам надо, в конце концов, жить с машиной и не заниматься обезржавливанием нашего автомобиля, который будет ржаветь, если вы дальше будете солить. Мне это не нравится. Я так понимаю, что никому из тех, кто ездит за рулем, это не нравится. Не солите, господа. Потому что если вы будете солить и далее, сюжеты будут продолжаться. И вы поймете, что телевидение это круче, чем любые газеты, любое радио. Это самый лучший результат, который вам покажет, чего вам делать не стоит.